У Гомелі выбрали лепшего участкового инспектора Беларуси. Финальный этап 12-го республиканского огляду конкурсу собрал 7 команд с кожной в области и Минска. Якими навыками повинен володать сучасный белорусский участковый, доведался Евген Побаловец. У Гомеля собрались лепшие участковые и инспекторы по справах неполнолетних из всей Беларуси. У складе команды по 3 представники по кожным накерунку службовой деятельности. Майор милиции, старший участковый инспектор по справах неполнолетних из Рэшицы Диана Гринюк перемогла у районным, а потом и у областным споборництве. Про таких супрацовников, как Диана, кажут, что по отказности и профессионализме даст фору многим, у тем лику мужчинам. И не глядите, что она жанчина, пяшотная и деликатная. Коли спотребится, отказ может дать каждому. Диана працует участковым инспектором 10 годов. Специальность выбирала адмыслово. По первой адукации яна наставник, але в свой час вырашила, что яе призвание стоять на варте закона и интересов громадян. Я считаю, что работа спортсмена сама по себе сложная, потому что каждый человек имеет свое видение жизни, видение той или иной ситуации, у каждого свой характер. И вот это, наверное, сложность в том, чтобы найти подход к каждому гражданину, который обратился за помощью. Правоохранники спаборничали у бегу, стрельбе, боротьбе, демонстрировали свое профессиональное мастерство у криминалистицы, медицинской подрыхтовцы, а так само уведание нормативных правовых актов. Их проверяли по целому спектру якостей, бо сучасный участковый повинен быть соправдым профессионалом. Ну, естественно, иметь определенный опыт житейский. Потому что на самом деле приходится вникать в судьбы людские и принимать решения. А для того, чтобы сделать правильное решение, надо на самом деле иметь этот опыт. Узнагороды пераможцы прымалі 17 лістападу, свое професійнае свято. Менавіта ў гэты дзень у 1923 годзе Центральное адміністрацыйнае управление Народнага комиссариата унутраных справ РСФСР затвердзіла инструкцию участковому наглядчыку города, якая заклала нормативную базу для стварэння и развития участковой службы. По выніках спаборніцтва Діяна Гринюк стала лепшим инспектором по справах неповнолетніх у складе команды Гомельской области, а лепшим участковым Беларуси другий год запар, признанный вицеблянин Сергей Тихон. Конечно, когда я ехал на этот конкурс, передо мной лежала большая ответственность как и перед областью, так и перед собой лично, так как я и раньше побеждал. Поэтому пришлось приложить немало усилий, чтобы как бы отстоять тоже свое звание и стать снова первым. Евген Побаловец, Валера Гапанько, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».